Все окей. Все окей. У меня все окей. Я Тупо нашел данные. без музыки, но и хуй с ним. Без подписи, без даты, но доклад вроде пиздатый. Так. Все видно, все работает. Да, все Тупо еще отлично. раз вернулись, смотрим Академию смеха. 10-минутный ролик, все. На сегодня это как бы конец будет. Тупо, так сказать, окончание. Ничего не знаю. Так. Битрейт, все окей, вроде бы ничего, просадок никаких нет. Все, погнали. Медведи. Так, ну, вот Да. по этой царапине можно понять то, что машина была в аварии, как бы. Как бы да. Скорее Я всего, чувствую да. пизда машине с другой стороны. Блять. Ебать. Пизда, это как... Ай, Когда ты блядь. покупай эти наушники, у них ужасный звук. 0 из 10. Самые худшие наушники. Это, кстати, Жиза, я эти наушники. Да, с возвращением. Наконец-то не ТикТок. Конечно, как бы не знаю, насколько лучше это, но мне уже легче. Кстати, стоп. А, чего? Академия смеха, лайк. Чего? Будь здоров, Михаил. Ты чихнул, сука. Все вместе. Будь здоров, Михаил. Счастья, здоровья. Ебать, в глазах все светло. Так, все меньше мата, больше позитива. Осуждаю такие действия. Осуждаю. Этот кот я. Это ты? Да. На... Ой, ебать. Он бы, кстати, на улицу бы сразу. А? Я осуждаю, блядь. Нам не заплатили никто. Да приехал за кентом, ждешь его подъезда. А сейчас я решил съесть вот такую тарелочку горохового супа вилкой. Давайте за сколько у меня это получится. Жиза, блядь. Что бабушки, которые сидят на скамейках, думают, что все вокруг наркоманы и проститутки. Это правда? Вот сегодня были два, но они чувствуют, что они уже наркоманы, они распухшие. Осуждаю, кстати. Губы распухшие. И взгляд такой, и те уже убитый. Упавшие. Тем уже не подняться, я думаю. То с ногами голыми по самую попу. Сразу видно. Проститутки. Мужики причем. Да, да. Миф правдив. Конечно. Да. Конечно. По баблгам. А я так гандоны, кстати, дую. Я сам гандон. Знаете, дюрок сорвется еще на самом начале. Как только в рот осуждаю. Осуждаю. Кстати, видите вот эту дырочку посередине? Это его, блядь, рот. Так порвел. Люди довольны. Рабочий день в самом разгаре. Кстати, на таком железе мы играем. Нет, мне скучно, да. Поэтому поехали. Сука. Ебать. Кусос. Я, блядь, думаю, зачем у меня стрим прерывается? Это такой, блядь, уебашка сидит. Ебать, это я! Бедная собака, нахуй. Пиздец. Конченная, блядь. Есть. На какой день дала парню? Через 2 месяца. Так. Охуеть. Ебать. Ну хорошо, что хоть не в тачку. Бля. Кстати, это Жиза. У меня кошка такая же была. Я, конечно, не кошка, но я точно такой же. Ваня, там слышал, блядь, 5 секунд назад, быстрее надо. Ваня, да, там сказали Ваня. Еще раз. Нихуя себе. Я бог монтажа. Ебать. Да за что так с собачкой? Бля.
Фу. Блядь. Почему мне тянет блевать? Слушай, мы вроде бы перестали смотреть ТикТок, но ощущение осталось. Это Golf with your friends. Полное погружение. Почему я жду, пока, знаешь, птичка на лицо себе нет или еще что-то? Слева, блядь. Разъеб. Смотрите, чел пишет то, что я играть не умею, потом сам же сливает. Я даже хочу так, знаешь, распечатать сообщение тиммейтов. Ебать. Пик на пик. Сейчас я это распечатал, пойдем куда-нибудь приклеим, чтобы все видели это. Ой, ебать, я вот эту хуйню сейчас беру, давай. Нет, ты не понял, курить. Знаешь, как в детстве тупо, блядь, закурил курить, ну, так сигару, разъёб. Думал, я сигарету курю, нихуя, блядь. Я курю член. Кстати, он придет первый. Я хотел бы я показать изобретение свои. Это из этих? Из Марвел или что? Вот этот вот одноглазый. Нет, это из этих, блядь, My Little Pony. Вот, значит, клинику. Поделан скотчем смартфон. Он держится, значит, веник на... Она, кстати, из Германии, смартфон. Мне теперь очень интересно, как оно будет выглядеть со стороны. Значит, камеру-то нахуй, она заклеила скотчем, блядь. Не смотришь. Ну, это большинство для женщин на кухне, чтобы она могла на кухне что-то делать. Ну, там, готовить и все. А, это чтобы смотреть. Вот, и по смартфону что-то смотреть. А со зрением все нормально будет на таком расстоянии? Так есть же такая тема, знаешь, которая крепится на плечи. И можно смотреть. Называется ободок унитаза. С Алиэкспресс. Это, кстати, сегодня, блядь, нахуй такая хуйня была. Что это? Как? Это не комп собирать или что? О, это, блядь, моему брату на куклой подарить здесь, сука. Уф ты. Это мы, кстати. Я белый. Вот. А ну погоди. Я просто хочу это еще раз посмотреть. Всем привет, ребята, с вами Артем Читер, и я, походу, хожу в доту навсегда. Как мне выигрывать в доту, ребята? Вот эти вот ишаки. Они лишь... Ишаки, блядь. Вот эта команда, они там что-то выясняют, они там думают, реально, придумывают. Они, чтобы выиграть, как мне играть? Так это я, когда зашел, знаешь, я вот когда, подожди, я вот всегда вспоминаю, типа, вот это, блядь, вообще там мне 25 вроде, нет? Во. Всем привет, я Влад, мне 25, и я успешно принанатель. На нахер, блядь. Прина и на нахер. С такими тупыми придурками. Хуясь. Гелем на валике. Ебать, он бустанул. Бусты себе дал, блядь. Skip. But when does this game get fucking good? На болоте, блядь. На нахуй. Охуеть, я так хочу грызануть шавухи, блядь, той. Я даже... Тупо вертел. О, это топ. Нифига. Охуеть, это, блядь, моя кошка. Блин, как прикольно. О-о-о-о. Это я в зале. Сколько это? 5 килограмм, да? И чебе. Это вообще вроде без... Не, ну где-то пятерка, может, хуй знает. Музыка топ. О! ЮГС. Знаешь, вот почему-то после этих, как бы, слов
Я вспоминаю сразу, знаешь, что-то вот Гачимучи летом, типа... Я тоже вспомнил, make it blядь. Make it summer. Там my broken... Блядь, да! Да! Если вашу маму зовут Арина, вы можете спокойно на нее орать. И она не сможет вам сказать «не Арина мать», потому что Арина мать. Тогда ты в пабге? Да. Хера. Ебать. Agora vamos enganar minha mãe, vó. Vamos. Ela tá na louça ali, você vai jogar nela. Uhum. Ei! Oi! Ha! Não, блядь! На разъеб. Да ты шо? Уф. Кстати, это стоит $150. Я вот так же сделал. No more. Это, кстати, Павла Зевров. Владислав. Ебать. Так, кстати, по факту. Прихожу домой на 2 часа позже. На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Ебать, мем старый, прям как я. На. Прихожу со школы и не могу поиграть. Когда Суперселл исправит уже эту проблему. Суперселл. Это я. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить. Чё? Уже про... Что? Так, а хули здесь? Погоди. Я хочу еще раз-то посмотреть. Блять, где? О, мой любимый Суперселл. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить. Разъёб. Новое видео. Блин, что еще можно посмотреть? Ладно, давай посмотрим еще один видос или нет. Подожди, мы настоящие мужчины, мы сказали, что 10 минут, значит 10 минут, все. Вот именно. Как бы, ничего не знаю, Академия Смеха, классный канал, все. Подписываемся. Так сказать, подписка. Подписка — это есть колокольчик. Как говорил один Вилли. На Телеграм, заходите. А, Телеграм, Ютуб, Твич, в Телеграме розыгрыш. Да. Знаешь, нужно как-то вот как Куплинов чисто на автомате ебашить. Ну, в смысле, зачем механика, если есть автомат? Я с вами куплю на плей. Подписываемся на канал, ребят. Всем до скорой встречи. Всем до скорой следующей встречи, ребят. Всем пока, да. Всем пока. В общем, конечно, я не Куплинов, но все же спасибо, да. Но его нету теперь. Как бы мы исправляемся. Нихуя себе! Раньше, кстати, если кто не знал, у Куплинова именно такая вставка была в конце. Да, мы ее делали. В общем, спасибо всем, кто будет смотреть в повторе, кто с нами смотрел, как бы трек, ну, насчет как бы кто того не трека. Будет смотреть, всем спасибо, да, ебать. Насчет того трека, мы его заценили. Кстати, да, трек классный, не да. Трек. Не сможем, к сожалению, посмотреть его на Твиче, но трек классный. Жесткий, жесткий. Так что лайк, спасибо за фоллоу, спасибо, что смотрели нас. Всем как бы удачи, ребят, всем пока, всем доброй ночи. Точнее, доброго утра. Всем пока.